Здравствуйте, друзья. Мой уровень мастерства работы с кожей, он так, ну, если чуть-чуть выше нуля, то это вряд ли, это если льщу. Но даже со своим никаким уровнем, да, я знаю и понимаю, что для того, чтобы сшитое из кожи было красиво, надо, чтобы нитки были заподлицо с кожей. То есть надо сделать для них какую-то канавку. Простите. Я это попробовал воплотить в свое время, но не получилось. То есть я не смог ножом или чем-то вырезать канавку такую, чтобы туда хорошо легла нитка. И поэтому, когда я тут недавно увидел на просторах инета один инструментик, то я решил себе точно такой же воспроизвести. Вот так вот он выглядит. Крепится это к бурмашину, на бурмашину, да, вставляется в бурмашину и работает примерно вот так. Очки, самое главное, это безопасность. Ну, наверное, на единички и будем работать. Видно, видно, нитка уходит за подлицо. Можно сделать чуть потоньше, головка потоньше, соответственно, линия реза будет потоньше. Давайте спробуем на чем-нибудь еще. Ну не знаю, вдруг понадобится что-то аккуратно проложить в дереве. Вот у нас ограничитель. Ну так, просунуть как бы нечего. Ниточку проложим. Понимаю, что это. Так, ну, если это сделать аккуратно, то это будет очень даже ничего. А теперь быстренько, как же вот это сделать самому. Самое главное, это очки, техника безопасности. Ну что, поехали. Сначала обрезаем немного. Так, теперь смотрите, крутится у нас все вот сюда. Поэтому насечку будем делать вот так. Вот так вот и будем следующего.
Вот такой вот получился фашистский знак.